Не берут в рейды, потому что ты плохо одет, а чтобы одеться, нужно ходить в рейды? FunPay может помочь в прохождении рейдов любой сложности от топовых и профессиональных бустеров. Ссылочка в описании. Не будем заставлять принцессу ждать. Встретимся в Зулдазаре. Надеюсь, союзники нас не подведут. А, вот и ты. Вместе с ним. Долгие века наш народ не короновал новых правителей. Чтобы взойти на трон, Таланджа должна пройти самый священный ритуал. Ло взвесят ее душу и решат, достойна ли она. Я отвела тебе особую роль. Ты будешь моим свидетелем. Если Лоа сочтут меня недостойной, ты сообщишь об этом народу. Принцесса, я уверен, они тебя признают. Этой черни нужно напомнить о почтении к короне. Пусть говорят, Рата. У них есть право на несогласие. Я взываю к свету Ло. Принцесса Таланджи! И он отвечает. Залани, что стряслось? В Сакала разгорелся бунт. Нужно что-то предпринять. Еретики! Они заплатят за это жизнью! Нет, они вправе злиться. Я прибегну к силе только в крайнем случае. Ты лучше других разберешься с этим. Я останусь в Таланджи, а ты останови бунт любой ценой! Ну, здравствуй! Только скажи, и я казню Зандалары этих предателей. Зандалары выстоят. Это наш народ, Прилад. Нужно проявить милость к тем, кто еще может внять голосу разума. Остальных ждет встреча с тем, кого они так ненавидят. Мне следует поговорить со жрецами. В этих беспорядках нет их вины. Всему свое время. Чем скорее Лоа благословят тебя, тем лучше для Зандалара. Мой новый совет ждет тебя наверху. Мы с Прилатом тоже скоро придем. Как тебе мой новый совет? Как говорит мой Лоа, уходи! Пусть черепа врагов. В этот совет вошли лучшие из лучших. Вы — надежда Зандаларов. Вы — будущее нашего народа. Впереди много испытаний, но вместе мы справимся. Я лишь прошу... Похоже, ты так и не поняла, Таланджи. Что все это значит? Позволь представиться. Я шепот среди оглушительных воплей. Я паук, а вы жертвы, бьющиеся в моей паутине. Ты! Это ты виновата в том, что творится в городе! Даже теперь ты не видишь, на ком лежит вина. И за это ты умрешь. Изменится! Берегись!
Есть и другой путь, Самара. Не вынуждай меня отправлять тебя к Вон Самди. Зови своего господина. Пусть я умру, но я открою правду. Я иду к тебе, Шадра. Отправляйся к Лоа, белая вдова. Вы не ранены? Нет. Белая вдова не успела нам навредить. Хорошо. Соберите всех на вершине Занчула, а мне пора предстать перед Лоа. Признаться, я не представляю, чего ждать дальше. Но я точно знаю, что тебе нельзя вмешиваться. Ты не сможешь помочь мне, как в бою с Самарой. Готовься. Лоа смотрят на нас. Здравствуй, могучий Крагва. Маленькая почти королева. Скажи, Таланджи, что ты готова отдать ради тех, кого поклялась защищать? Все, что есть. Даже свою жизнь, если придется. Правда? Докажи. Что? Ха! А вот и жертва! Защищай! Не бойся, я не дам навредить тебе! Назад, жаба! Держись, еще немного! Я не дам вам съесть свидетеля! Прочь, кыш! Ха! Ты подтвердила слова делом! Благословляю тебя! Спасибо, великий Крагва. Смотри, следующим тебя испытает Гонг. Удачи, Таланджи! Идем. Лоа перевоплощение. Рада встрече. Отдохни, Таланджи. Я лишь хочу, чтобы ты подумала кое о чем. Я слушаю, великий Лоа. Мы, Лоа, сильны в стае. Чтобы защитить наш дом, мы объединились, сражались вместе. Мой вопрос тебе. Кто твоя стая? Зандалары, безусловно. А как насчет союзников? Тарталаны, вульперы? А как насчет Орды? Подумай, благословляю тебя. Обязательно. Спасибо. Я мастер перевоплощения, вожак стаи. И теперь тебя испытает Паку. Будь сильной, Таланджи. Здравствуй, мать ветров. Здравствуй, бескрылое дитя. Подойди, я буду говорить с тобой. Хочешь заключить сделку? Преодолей бурю и получишь свою корону, Таланджи. Меньшего я и не ждала. Я почти ничего не вижу. Ты здесь? Что-то не так? А! Если дерево не гнется, и ветер ломает его ветви, покорись, дитя!
Я не могу побороть и ветер перемен, но я выстою перед ним. Мне нравится твой настрой, дитя. Почему я должна дышать твоим воздухом? Пусть ветер! Это был интересный урок. Вот мое благословение. Ступай с ветром! Ты посмел занять место самого Рязана? Вон Самди! Твоя наглость вообще не знает границ! Где твои манеры, дитя? Ван Самди возвысился над всеми Ло, как и завещал твой отец. Что привело тебя к старому? Ну, если тебе так не терпится от меня избавиться, могу предложить сделку. Принеси мне голову вождя Орды, и я забуду об уговоре с твоим отцом. Ло, милосердные! Нет. Орда была рядом с нами в самый темный час. Я не отплачу им предательством. Таков твой ответ? Да, честь для меня превыше свободы. Какая досада! Я так давно хочу душу вождя. Ладно, ступай. Надевай свою корону. Свет Лоа да озарит твой путь, моя королева. Спасибо тебе, Рата, и тебе. Пришло время обратиться к народу. Пусть Бвон Самди придет за твоими врагами раньше, чем за тобой. Народ Зандалара, я прошла испытание Лоа, но осталось последнее. Заслужить ваше доверие. Многие сомневались в моем решении заключить союз с Ордой, но без помощи Орды нас бы сокрушила собственная гордыня. Союзники дали Зандалару новую силу. Нашу империю ждет славное будущее. И мы встретим его вместе! Вы со мной! Да здравствует Зандалар! Зандалары выстоят. Я приму вождя в своем тронном зале. Она призывает меня? Ладно, пусть почувствует вкус власти, но только сегодня. Поздравляю, Ваше Величество. Благодарю, вождь. Полагаю, раз я теперь королева, один вопрос не терпит отлагательств. Бесспорно. Орда стала верным союзником Зандалара. Неизвестно, смогли бы мы в одиночку справиться с нашими врагами. Я знаю, что вам нужна помощь нашей армии. Альянс пойдет на все, чтобы уничтожить вас. Пора скрепить наш союз. Отныне Зандалары и Орда будут сражаться вместе. На равных. На равных? Королеве не годится преклонять колено. Думаю, вы это понимаете. Вот как? Хорошо, королева. Орда приветствует вас.
Славная работа. Я распоряжусь, чтобы новым союзникам оказали подобающий прием в Аргримаре. Голос Орды, спасибо тебе за все. Я буду с нетерпением ждать новых встреч с тобой. А сейчас мне нужно заняться делами Империи. Тысячи лет эта земля принадлежала Зандаларам. Ло благословляли наши клинки и корабли. Мы правили морями. Но Империя оградила себя от мира и постепенно пришла в упадок. Враги и предатели попытались сломить нас и нашу веру. Теперь я королева. А союз с Ордой сделал нас одним из величайших королевств Азерота. Да здравствует Зандалар! Чтобы защитить мой народ... Когда Альянс вторгся на наши земли, герои Орды взялись за оружие и сражались рядом с нами. Союз, закаленный в бою, так же прочен, как договор с Лоа. Отправляйся к нашим новым братьям и сестрам. Сражайся во славу Зандалара и Орды! Вот такое неоднозначное вступление Зандаларов в Орду вы могли посмотреть. Да, Сильвана не в восторге от действий Таланджи, и она понимает, что королевой Зандаларов будет довольно сложно управлять, но все же возможно. Таланджи, напротив, показывает преданность Орде и не заключает сделку с Бвансамди. А вот Бвансамди уж очень сильно заинтересован душой Сильваны, на этой почве могут развиваться и дальнейшие конфликты. Королева Банши уменьшает количество душ в Царстве Смерти, воскрешая нежить, тем самым ослабляя власть самого Бвансамди. Интересное наблюдение, во время шествия Таланджи, уже после покушения на нее, все лидеры Орды стояли по кучкам и разговаривали между собой. И тут можно посмотреть, орки вместе с гоблинами, таурены отдельно, тролли отдельно, а панди вообще пофиг на всех. А вот Талисра с Лартемаром стоят поближе к Сильваночке. Также круто и то, что на коронацию пришли все местные жители, это и тролли, и тарталаны, и вульперы, и даже грибы. Я очень надеюсь, что данное видео вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, сокращаем количество просмотров без подписки. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. А с вами был Лунный Монах, и новое видео уже скоро.